Ку-ку. Александровна, привет. Мэри, Мэри. Привет, Мэри. Это моя Мэрика. Всем привет, друзья. Первый раз в этом году мы всей семьей выбрались на рыбалку. На настоящую рыбалку. Сегодня вторая половина лета уже идет. Все-таки, ну вы сами понимаете, нет возможности выезжать, нет возможности и на втором канале искать с металлоискателем. Это всем понятно. Ставим снасти. Смотрите, какое небо. Ну, надеемся, той стороной проходит. Вот там уже ливень идет. Видите? А у нас вроде как ничего. В общем, основа будет вот эта каша. Добавлю, это вареная кукуруза. Тоже сегодня варил, двое суток вымачивал. А сегодня сварил. Добавлю немножко, сыпану. Ну и поставлю либо карась, малина, либо короб полуныця. Наверное, короб полуныця. Вот эту я поставлю. Вот, друзья, не успели мы и перекусить. Кстати, у нас сегодня одна пицца, вторая пицца, картошечка жареная, колбаски Мишкины любимые, фрукты, овощи. И все, дождя нет. Небо голубое уже проявляется. Надеемся, скоро солнце выйдет. Как раз моя прикормка настоялась. Ну, прошло минут 5, наверное, 7. Дождик такой пустился, я перестал. Мэри у меня здесь. В общем, все. Сейчас быстренько вот это перекус, и уже буду показывать вам удочки. Вот так из-за дождя затянулся заброс 4 удилищ. Ну, вы сами все видели. Ну, наконец-то все перезаброшено, все стоит на месте. Я уже первый, второй перезабросил, поменял. Вон поплавочек стоит, как я уже показал. Что там тянешь? Вы не поверите, друзья, даже не успел. Не, ничего, наверное, не, ничего. Ну как поклевка была? Там вообще. Нормально? Да. Слушай, у нас, смотрите, какой прикол. Мэри, раз и ушла, раз и ушла. Я взял ей колокольчик, подцепил, и вот теперь она бегает и звенит. Слушайте. Мэри, смотрите, тут колокольчик на ошейнике, вон, бубенцы. И теперь она ходит, и где она ходит, там и звенит. Все, Миха, давай, следи за кастриком. Вот видите, как она подошла к нам.